Всем привет! Сейчас расскажу вам историю про стеклоомыватели в нашем автомобиле. Вчера, выезжая по делам, всегда, когда машина стоит дома, она покрывается какой-то такой пыльцой, так как сейчас на улице лето, и постоянно летает в воздухе такая желтая пыльца, она оседает на стеклах, на кузове автомобиля. Ну, естественно, перед тем, как выезжаешь, нужно помыть стекло, потому что оно все в этой пыли. Выехал я, нажимая на рычажок помыть лобовое стекло, в итоге стеклоомыватель у меня закончился. Сразу у меня возник вопрос, а почему об этом я не знаю, почему автомобиль меня об этом не оповестил? Во всех наших автомобилях, которые были до этого, постоянно перед тем, как заканчивается стеклоомыватель, загорался какой-то индикатор или же оповещение, то есть на приборной панели. Здесь этого не произошло. Мне интересно, это потому, что у меня эта функция не работает, то есть тот датчик, который должен это показывать, он сломан? Или же здесь этого нету? Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как. Ну вот у нас так почему-то не показывает. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. Заводим автомобиль. Вот. Все, что горит сейчас на приборной панели. Смотрите, моем лобовое стекло. Вот. Стеклоомыватель закончился, еле-еле пырскает. Все, нету. Ноль. Смотрите, никакого оповещения. Ни здесь нету ничего. Как так? Вроде же такой современный автомобиль, которому даже еще года нету, а простейшие функции у него или же отсутствуют, или же она не работает. Вот нужно будет этот вопрос задать дилеру, когда приедем на обслуживание. Ну, напишите вы, пожалуйста, в комментариях, у вас загорается это какое-то оповещение или же нет. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.